Стало быть, не можете заплатить? Не могу. Это ваше последнее слово? Последнее. Последнее, положительно. Положительно. Возможно, вам будет любопытно узнать, что такое выжить у собак. Извините! Возьмем... Но я вам сказала, послезавтра я иду к приказчику, вы получите ваши деньги. Я приехал не к приказчику, а к вам на кое лекции! Извините за выражение, сдался мне ваш приказчик! Милости вы, государь, своему видению! Мне просим ответку сирени. Вестый голос звонка нас отдумал. Куда катится мир? Другого не голосовые помощники, а живому человеку, да что прикажете делать? Что смотрите? Ну да. Ваша фигура. Весь в пыли. Бог грязный. Был захватанный! Что? Да! Руки, короткие, руки, руки! Папа, сегодня же пошли на эти ушки косарей! Что вы сказали, милостивый государь? Да, ушки наши, и я не уступлю, не уступлю, не уступлю! Я вам судом докажу, что они мои! Судом? Да! Судом! Можете подавать в суд! Милостивый государь, можете! Я вас очень хорошо знаю!